Бьерн, резни, пожалуйста. Наксон, лети. Босс запустится. Да не надо, босс запустится. Ставь шкаф. Вот. Короче, когда будешь юзать крылья, юзай и эту тринку, талисман восстановления одновременно. А сколько ты стаков собирал, короче, за этот запор? Ну, 24. А, запор, не знаю. Если он собирал по 3 стака всего за порт, то да, конечно, они будут спадать. И кинь на себя, короче, МП5. Вот. Погнали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Читать это заклинание. Привет всем. Здорово. Лучше ничего не говори. Сука. Опять простроили стаки, да?
рейд слишком много урона получает, мне приходится сливать ману. У меня маны нету. Сейчас, правда, я рестну ее. Пока не умирайте. Вот и сгинь, еще потом. Не надо я гейм, я сам гейм. Даже мечта. Дай стан, Джекас. Все, у меня есть мана, могу хилить. Блять. Снова просрапили. Как у вас это получается? Это херня, надо град стрел и на пул на танка. Тут на пул хан отдает только на червей. Град стрел на пул на танка. Все. Так, приз сейчас умрет, потому что приста больно бьют. У нас дамага не хватает вообще. Минус 2 дд. Маны нету, можете падать. У совы сову убила с пула. В общем, теперь сами можете падать. Все, это уже ваше. Ну, печаль, хули. А что случилось, портал выходит? Да хуй знает. Ты зайдешь на шамана, я на редро. Я на шамане КД. Я могу и брестом захилить, только вы мне объясните, что происходит, чтобы я понимал. О, у вас стаки спадают, правильно? Да? Ой. Да не знаю, копар вылетел куда-то. А, то есть, нет, просто ты каждый раз в портал заходил и говорил, пиздец, пиздец. Да потому что, блядь, я хуёвый халипал. У тебя что, стаки спадали, да? Жекас, ты подвис в начале боя? Короче, у нас был минус 1 дд, трэш очень плохо держался на танках, к сожалению. И бил то приста, то в лока играл трэш. Ну, сначала в сову, конечно, сыграл. Вот. БРов не было, озарение некому уже было дать, когда я второй раз по мане просил. Вот, плюс у Вальки хп мало, ну мы и упали. Там, короче, с пула буквально со стороны протопала вышел толстый, никто его не ловил, ничего, и пошел долбить сову. Ну и потом раздолбил сову.
Нет, я надеюсь, что это все-таки у Капарайнет вылетел, а не этот самый, а не он просто офнулся, потому что это некрасиво будет. Поклонский тут? Угу. Шам есть? Есть. Зайди. Я Эрдру зайду, похилю рейд. А вы, наверное, попробуйте Вальку похилить. На Эрела. А, Капар зашел. Все равно на Эрела, короче. Возьмешь Поклонского, он захилит Вальку. Это типа вместо тебя, что ли? Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Вон УЗИ бери. Че, Сумон, есть у вас? Есть, есть Сумон, ща. Кто-то хочет спать пойти? Так, солнце тут? Кто вот? Никто не хочет там, кто в рейде спать пойти. Вот если только после Синдры я могу пойти. После Лича. Да, после Лича я считаю. Да. Не, Вальку захильте, потом пойдете. Что, кому-то надо место уступить? Не. Пускай там два шамана захилят. Захилят, не то что. Танки, только пожалуйста, держите трэш. Ну блин, в меня маги кастуют, короче, долбят огненные. Сову толстый кушает. Следите, пожалуйста. А то это вообще прям не ок. Войд, у меня, короче, вырубили свет, зайдет этот Поклонский дальше, не знаю, потанчит, похилит, я не знаю, когда включит. Угу. Сейчас я зайду на танка. Вообще, слышно нормально с телефона. Да, подожди, Войд, Войд, слышишь, там Тэнкси может зайти на Пала, а мы тогда УЗИ возьмем и все. Пускай они захилят с Тэнкси, этого ебаного Вальку, эту ебучую, блядь. Ну хорошо. Ну, если Доксон похилил Бравит, я бы Вальку похилил, не надо было никому уйти. Куда? Да, в сове не надо, в игру надо. Холи Престом классно под Геру хилить и рейд, и в одну цель вообще. Войд Чарджер. Кто это такой? Ты че не жуй себе? Это Вар? Пипец. Так у нас вообще ноль павов. Ты что, смеешься, что ли? Зачем вам паладин нормально? Да мы не снесем ни синдром, ни лечим. Хорошо.
Ну, это на вальку чисто. Два шамана захилят, ты рейд. Ребят, а вот скажите мне, пожалуйста, если у меня есть квест на Синдру, если даже я в рейде, но я не буду при убийстве Синдры, я смогу взять тот ёбаный шар для квеста? Я угораю. Самонёте? То, что я не понимаю, ты имеешь в виду, что твоему персонажу дался, который в рейд-листе висит? Ну да, да. Нет, так не дастся. Если ты не зайдешь, не утонешь ее, можно зайти в утонуть после смерти Синдры. Это еще канает, потому что там ее труп лежит, и там просто в ней этот квест-айтем лежит. Это неважно, даже если тебя не будет. Ты возьмешь квест, и ты ее утонешь, когда она мертвая лежит, тебя засчитает. Но если тебя, ну, ты будешь офлайн, то, конечно, нет. Все тут бахнемся. Так я должен быть в рейд-листе, но онлайн, да? Оффнутый не считается. Нет, засчитается, если ты после того, как мы убьем Синдру, зайдешь в игру, потом хоп, ты на Синдру забежишь, лутанешь ее, ты сможешь лутануть, да? И сдашь потом в драконьем поясе. Будет уже тогда, если я тоже, то будет 11 в рейде. Ну, кто-то, допустим, оффнется, вот что я имею в виду. А, ну хорошо тогда, сука, может быть сейчас еще и включит этот ебаный свет. Ладно, чекайте там, алло, или ассисты дай. Дайте крест по присту, пожалуйста, а Войт Холли ушел, блядь, сейчас я вообще по мане посяду. Ой. Ну че, у тебя два гимна есть, и наш. Все, давай, блядь. На слева. Дай, чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Сутулы. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Будешь поактивнее, наверное, нет? Начнем бить. Кто еще активнее? Сейчас.
Дагеру дадите, дам в нее крылья. Короче, черваков плохо бьют очень. Подавители. Бьют плохо, потому что нету под них масс, луж. Потому что нету на пула перенаправления на танка, на червя. Белое перенаправление. Ребят, если вы сейчас не захилите, Геру не дадите, то все. Так, я танка уроню. Потому что танки не забирали. Так он с пула умер, второй трай подряд танки не забирали. Что-то его бегал. Ну, а я до этого говорил, ты мне что, в чест кинул? Ну, только сейчас увидел, что мы... Ты что, не слышал, как я заорал в РК, когда его 5 секунд не... хуярил толстый с пула? Не было слышно. Ты не орал. Да? Да, это хорошо. Короче, с пула выходит толстая тварь, второй трай подряд, и 5 секунд бегает за собой через весь рейд, ебошит. А двум танкам похер. Извините за мат. Ну, второй трай подряд. Я налево пошел, там какие-то маги. А он были. Справа вышел. Я помню, что выходил на там, мобов и других-то ничего. Значит, Маша просто, не знаю, не смогла справиться. Ну, допустим, а в тот трай не смог с Марткью справиться. Так, что там по отхилу? По отхилу, ну, такой жидкий отхил воли. Жидкий. Ну, так и есть. Что, квест берите, друзья? Лучше по водинам ходим, а то и вар. Танк протопалом сойдет. Да. А то он такой протопал. Все, до свидания, Дэнкс. Ты кем, копаркой, да? Ты чё? Так, мы долго тут, да? Потому что Лок нас проклял. Маша, а чё у тебя вот, я не знаю, ну... Как так толстого не забирать? Как так? Я танчила слева, ты ушёл налево. Я же сказал слева. Ничего. Ты, наверное, не увидела меня и стояла там, пока толстый ему пизды давал, да? Ну, все понятно. Просто танки с одной стороны стояли. Просто таунт в центр кинуть и достало бы с любой стороны, где они бы не стали. Там ну, в центре я его реально колбасил. Не смотрел. Я видел, что он появился, и потом я в ту сторону не смотрел. Я думал, она там стоит. Я понял. Танки обычно так на будущее, когда начинают, ну, либо говорят, либо просто друг на друга смотрят, если там нет возможности в РК говорить. Нет, так вы не... Просто смотришь, выбираешь танка, да, нажимаешь на него и видишь, где он стоит. Видишь, хоп, налево побежал, значит, он там будет. Ну, это примерно такие условности танка. Нет, там есть еще другая штука, называется приоритетность мобов. Так вот, когда вышел толстый, вы сразу на него свое, как минимум, внимание вы включаете. Потому что, когда выходят подавители, и кто-то идет их долбить из танков, ну, это вообще не прикольно. Ну, видишь, это речь, не нужно речь-то делать. Шла о том, что он вышел с правой стороны, а мы вдвоем стояли с левой стороны по счастливому стечению обстоятельств. Нет, так просто слева смотрели, не было кого танчить. Вот в тот момент, нет. Когда толстый вышел, слева. Когда вышел, да. Я просто посмотрел, что он вышел. Я думал, она там и пошел. А там вышел этот зомби, еще там кто-то вышел.
А предыдущий трай, еще до этого, там Smart Q справа стоял, и та же история. Выходит толстый и пошел долбить сову по всех. Это лол, блядь. Тупо стоит. Это просто хохма. Синдру надо завалить. А вы лут там разобрали, да? Штаны, короче, были беспонтовые ткань. И... О, там наручи вроде упали. Серьезно, нам дать отмотать? Войд, бля, зря ты пошел, короче, этим варом. Блин, ну как зря. Там на... Ой, ты меня слышно? Короче, на тебя наручи охеренно упали. Жаль, что пало мне в лапу. Надо было сундук не лутать. Блин, затупили. Там, ну реально, очень хорошая наруча на реплика. Антик, нам приведешь этих ледяных драконов? А, глубок тоже может. У него око Киурата. Ты можешь оком Киурата, по-моему, их сагрить, походу. Это же преступление. Преступление? Преступление. Кто сказал преступление? Какое имя? Кто сказал преступление? Короче, можете хранить молчание. Больше мы не можем. Танки! Танк! Все понятно, все, пиздец. Молодцы танки. Гнева небес нету. Я не знаю, бопа хилу не дали. Молодцы. Придется УЗИ тащить. Но, наверное, не затащит, потому что тут слишком много трэша. Сразу два пака сагрили. Затащит. Ау, вон уже. Похорон тут, короче. Ну ничего, сначала побьем, не раз души попрыгнем. Репа. Не, репа тут. Репа тут не падает. Ой, еще, господи. Можно получить этих мобов? Блин, да нет. У меня уже мозг не думает. У меня 4 утра, у меня точно не думает. Аналогично. Пока что 3. Сорян, я говорю, такой каш, УЗИ, красава. Топовый пацан. Лимошка, как дела? Лимошка, как дела? Че говоришь? Как у тебя дела? ППД, фарм лед. Кто-то смотрел фильм мы... «Шоколад». Нет. Да, смотрела. Да. Мне понравилось. Сдохни, тварь! Сука, достал, откидывать. Я вылетела. ГЦ. Попал свой задачу. Скажешь, как зайти. Ой, блин, ну ты даешь. Взял меня и это самое, уронил. Ничего, я сразу ничего не успел. Мне тебе хоть бы дал, или бы... Так ну, потом драконы прибежали, я, да? Ты дал, когда они меня зарезали.
Рейснете, что ли? Разве за этих драконов не дают бан? Не, не дает. Вот если бы мы заставили... Притянули сюда Лича и заставили его... Мамонт! Ой, спасибо. Мне реагенты надо. Заходи там, Маша. Приходи еще. Как грубо. Мамонт. Хотя... Мантенок. Давайте больше не умирать. А. Ну прости, ты тут единственный с мамонтом, человече. Да, я и в реальности-то мамонт. Ну вы ж все хотите один косарь ЕП. Ребят, вы просто не должны расслабляться, думая, что хотим. Ой, это 10. Вы просто думаете, что ой, это 10. Ну подумаешь, там что-то как-то несерьезно пойду. ГП нету там, все дела. Вот потому мы и умираем, потому что слишком расслабляемся. Мы расслабляемся, потому что уже поздно. У некоторых людей 4 часа утра. А на ребре что не расслаблялись пару часов назад, когда шип 3 часа должен пили. Угу. Ты сам ответил на свой вопрос пару часов назад. Ну я про то, что... Еще ж не все так спать хотели. Кушать хотели. Курочку. Сначала кушать хотели, а потом спать. Ну вот смотрите, я что же с вами был в РСК 10 бед, потом сразу в ЦЛК. И пока это там, пока вы прилетели, бафлись, все дела, я успел все разогреть, покушать, сел и кушал. Я не парился. 984 души. Осталось 16 душ. Каску Капара проси. Просите каску Капара. На кулаки кресты раздавал. Давайте убьем все-таки Лича, потому что нам надо. Да посох. Ему нефиг убивать, просто с осквернением надо все нормально сделать, Вальку разбить. Ну ты понимаешь, все. Мы вайпнулись на ребре. Смешно то, что на ребре вайпнулись, а на леди нет. Че на леди вайпаться? А, ну да, я забыл, я ж контроль давал. Как постоянно фиром своим. Ну, Даксон просто играть не умеет. Так Даксона шлёпнуло, его, короче, везде пока не шлёпает. Вот две души дал за дракона. Дал мастера. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Давайте отопьемся, разбафаемся. Маша, ты где? Скарлетти, давай сюда, к нам. Блин, нафиг аж. Лича же убьем. Она опять ухнулась. Что-то не так у нее с интернетом. Меня ошибку какую-то выдает. Окей, Андриага. Мы тебя ожидаем. Блин, Капар что-то вообще, походу... Капар что-то? А, он АФК. Микрофон написал. АФК он написал. Но он тоже по ночам не всегда может пока говорить, как и я. У меня самые выгодные цены. Thank you.
Чмоки-чмоки. Короче, все, у меня ошибка. Как-то. А что за ошибка пишет? Короче, все, у меня ошибка. Нет, ты скажи, что за ошибка, может, мы поможем советом. Я не знаю, тут два окна какие-то вылезают. Ой, два окна, это плохо. Просто надо сделать антиэрор, наверное. Это, наверное, не поможет, это с клиентами, если два окна вылезают. А у тебя есть копия этого клиента где-то на компьютере? Ты чё, с ума сошёл? Какая копия? Мне ещё делать больше нечего. Копию на компьютере где-то хранить. Не, ну у меня, допустим, есть копия клиента на флешке. На 32 гига флешка. Клиент с 2010 года лежит, не менял вообще ни разу. Никогда кэш не чистил. Кэш, на самом деле кэш смысла чистить особо нету. Из-за него почти никогда проблем не бывает. Это редкость. Да нет смысла. Вот смотри, у меня вот этот Вов, который стоит, у меня он тоже 4 года стоит, ни разу кэш не чистил. Вообще никаких проблем. О, зашла опять. Маш, как сейчас? Пой нам колыбельную, пожалуйста. Маш, как у тебя сейчас? Ну, может быть, нам пора что-нибудь такое? Так не спали. Маша, как у тебя сейчас дела? Грудь, подожди.